В нашем меню видеорегистратор, пациент отказывается заряжаться. Сейчас будем смотреть, вернее, буду показывать, как посмотреть, чего как. Это у нас идет якобы ток зарядки. Ток зарядки достаточно маленький, значит, что-то с ним неправильно. Сейчас будем разбирать и показывать дальше. Регистратор разобрали. Дальше смотрим аккумулятор, где плюс-минус, где у него подходит. Втыкаем шнур, и напряжение должно расти. Ну, он типа как заряжается. В данный момент сделать не получится. Детальку я до этого выкусил. Ну, в общем, вот так вот. Напряжение должно быть в любом случае больше, чем до того, как зарядка идет. Деталька для зарядки находилась у нас вот здесь. 5 контактов. Я ее до этого выкусил, как уже говорил. Чтобы определить, она или не она, смотрите тестером, откуда идет с USB 5 вольт, приходит на компонент и идет к аккумулятору. Вот. И один вывод обязательно должен идти к аккумулятору, другой идет на плюс 5. Ну, значит, это вот эта вот хренотень, которая отвечает за зарядку. Дальше ее ищите в гугле. Какой корпус, сколько ножек, где чего как стоит. Заходишь в гугле, пишешь типы корпусов микросхем. Тыкаешь на картинке, тыкаешь одну, смотришь, находишь, нашел, нет, в нашем случае мы нашли, называется SOT-23. Дальше идем, ищем документацию. Эта документация у меня есть, у вас нет, поэтому вам надо ее искать. Это по-нерусски. Эта вся хрень называется зарядка батареи. Она же по-нерусски написана. Я знаю, что она написана по-нерусски. Но главное знать, что искать. SOT-23 это тип корпуса. Дальше идет количество ножек. В нашем случае ножек 5. Я тоже, потому что когда паблик водишь... 3,5, да, я знаю. Это секретная информация. Смотрим. Ля-ля-тру-ля-ля. И на первом попавшемся. Ну, там дальше выбираем по цене. Смотрим, 5 ножек. Это же хрень. Смотрим документацию. Сравниваем документацию с тем, что у вас примерно на устройстве. Чтобы оно было вот так вот. Устраивает по цене, заказываем, берем, радуемся, впаиваем. Собственно, здесь все. Вот. Заказывать можно либо на Али, в Элитане, либо других, либо если у вас есть магазинчик рядом, можете на магазинчике. Ну, в нашей деревне проще заказать, подождать 2-3 недели. Это Мурманск. Так, ну это пример. У каждого там может быть по-разному совершенно. Это в данном конкретном случае именно эта деталька. Да. Кто сам не умеет, пишите в комментариях. Все починим. Кто обратится через канал, тому скидка 5%. Детальку впаяли. Как видно, ток гораздо увеличился. Аккумулятор замечательно заряжается. Молодец. Обращайтесь. Будет работать. Надеюсь, долго и счастливо.